Внимание! Если вам мешает реклама, вы можете закрыть ее, просто нажав на крестик в правом верхнем углу рекламного блока. Итак, я хочу предложить всем присутствующим здесь поиграть в небольшой конкурс, который называется «Перевертыши». Что это такое? Это значит, слово любое, которое я скажу, надо догадаться о обратный смысл. Как Антоний. Ну, это может простонародное и так далее, да? Поскольку наша именинница, учитель русского языка и литературы, она должна, конечно, всех тут всех завтра играть, но у нас есть тоже как бы возможность, да? Угу. Ставить свое слово. То есть я сейчас буду говорить какую-то фразу. Эта фраза будет название книг, первое, а второе — пословица, поговорки. Значит, каждое слово нужно переначить обратно, каждое слово, и сказать основную версию. То, что настоящую, получилось. Да, потому что я буду говорить обратно. Конечно. Да. Ну, по всей вероятности, Ирина Михайловна у нас должна все знать, да? Вот. Но может кто-то чего-то. Может не молчать, да, агент? Поручик женский, молчать. Нет, давайте попробуем посоревноваться, потому что она вот одна, а вас тут три. Я против всех, что ли? Ну да. Вот. В принципе, Влад, ты тоже можешь говорить. Мне подсказывают. Голос за кадром. А что ты подсказываешь? Надо просто говорить. Итак, начинаем. Перевертыши, название книг. Книги все известные. Угу. Поэтому я вот тут специально, у меня вот 19, я только выбрал те, которые наиболее известны. Значит, ваша задача — перевернуть каждое слово и сказать правильное название. Угу. Итак, первое. Я буду специально тихо говорить. Ну, в смысле, медленно. Угу. Потому что я скажу быстро, труднее будет. Если буду вам все время выигрывать, я, конечно, буду, может, и побыстрее, да? Итак, первое. Мышка в босоножках. Кот в сапогах. Ага, современно, хорошо. Ну, Влад тут, понимаете, прямой ученик. С этой точки зрения. Так что я так думаю, есть конкурент у нас тут такой особый. Значит, следующий. Прибитые штилем. Унесенные ветром. Ага, Влад, молодец, уже 2-1 пошло. Вы свои эти запоминайте, ладно, да. Очки. Я бы так, конечно, мог бы что-то раздавать на нас. Да. Виноград. Нечего, да. А, точно. Второй, значит. Счастье от глупости. Горе от ума. Ага, 2-2. Так. Солнечный принц. Немножко сложновато. Не совсем противоположное. Снежная королева. О! 3-2. Давайте похлопаем. Я думаю, лунный нищий, что ли? Ученик так превосходит учитель иногда. Так. Девочка с ладошку. Мальчик с пальчик. Мама тоже сказала, да? Да, мы вот все вместе сказали. А почему девочка с ладошкой? Сережа сказал, мальчик с пальчик. Девочка противоположная — это мальчик. Ну понятно. Вот, Сережа я не слышал, маму я слышал. Я слышал. Поэтому, Сереж, не обижайся. Да, не так вообще нормально, да. Так, получается, 3-3-1, да? Да. Так, матери и родители. Отцы и дети. Ага. Все хором вместе сказали. Нет, она первая начала. Сразу отцы перевела, и все. 4-3-1, ну вам по одному так. Так, прекрасный лебедь. Гадкий утенок. О! 4-4. Похлопайте. У нас два фаворита, так сказать. Так, перевертыши, пословиц и поговорок. То есть я тут, сложнее. В принципе, оставил. Но сначала давайте пословицы и поговорки. Чужие ботинки дальше от ног. Своя рубашка ближе к телу. Yes. Ну хлопайте, что вы не хлопаете. 5-4. На милиционере валенки мокрые. На вор шап горит. Блин, а? Так не... Что, только одна? Ну ладно, 6-4. Ниже пяток не опустишься. Выше головы не прыгнешь. Ага, вдвоем у тебя 2, у нее 7. Курица кабану подружка. Гусь. Он. Так, у тебя 4, 7, 2, 1, 1. Так. Ага. Это курица кабану была, да? Угу. Трезвеннику суши до подбородка. Пьяному морю колено. А, пьяный. Вместе уже, а не поровну. Нет, он первое слово сказал раньше. Ну да, пьяному морю. Я могу им, конечно, 3.
Ну, пускай да, 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 ну мне прям в ухо говорит. Ну, у тебя 5, четко. У тебя 7, у тебя 4 или 3? 4. 4? Ну, по одному, то. Так. Ага, ага. Трезвенько, да, было? Ложь уши ласкает. Правда, глаза кольца. Yes, восьмая. Собак не страшится по городу гулять. Волков боятся. В лес не ходить. Ходить. Влад. 5-8, да? Влад, я уже первый сказал. Понял. У меня 6 уже. 6? 6. Я тебя... Тут ты два раза 5 назвал. Да? Ну ладно. 6-7? Ну ладно, так и быть. Сейчас вот я дам, как бы, которые, ну, неявные такие, да? Вот. Замухлёвые. Так, двое у вас. Двое вышли в финал. Как это называется? Плей-офф. Плей-офф. Так, значит, давайте. Сколько? 6-7, да? 6-7. Ну, давайте, значит, я в первом возьму подряд 3 и в другом 3. Вот только для вас двоих, а вы для себя. Поехали. Значит, название книг такие неявные. Так, синяя бейсболка. Красный шарфчик. Так, yes. Сколько стало? 8? 7-7. А, 7-7. Плей-офф. Квадратик. Колобок. А я думаю, а дальше-то что? Квадратик. Хорошо. Континент нищеты. Остров сокровищ. Так, 8-8. Значит, поговорки, пословицы. 3. Вот сейчас как про раз. Мою работу. Давай, 3. Вот прямо сверху, которые идут. Так. Счастье перемешается кучами. Беда приходит няня. Похлопать. Трудно, конечно. Так, плюс 1, да? Там было поровну, да? 9-8 сейчас. Ну, неважно сейчас. Ну, плюс 1, плюс 1. Сейчас можно, в принципе, последнее. Ой, интересно так. Да что я вижу? Вот и я. Тому и показываю. Так, смотрите. Уйти от новой стиральной машины. Прийти к старой. К старому корыту. К старому корыту, да. А это что сейчас? К старому корыту. Книжки, поговорки или что? Это пословица-поговорка. Разбитого корыта. Оказаться у разбитого корыта. Ну, вместе. Аплодисменты. Ну, вместе, так это. Ну, как я говорится, с минимальным преимуществом, да, но так должно быть. Учитель должен быть впереди. Так и должно, потому что у меня ученик. День рождения. Да, и плюс день рождения. Давайте похлопаем. Молодец. Молодец. Влад, молодец. Да. Буквально одну эту.